Итак, всех приветствую на своем канале. Продолжаем метро пробуждение. Так, ну что, какая у нас уже по счету глава? 9-я, до конца еще 3 главы, ну нормально. Яна! Академическая. I'm back home. He has to be in the station, she said. Так, это я вырежу. This wasn't where she was supposed to meet him. Fedor? It's Oksana. What's going on? Where are you? Oksana. So you're fine after all, huh? Did you find your tarot? Так, 17:30 на закончить. I cannot touch tarot, Fedor. Because you can't touch anything, right? I'm real, Fedor. I still don't understand where I am. There's darkness, and it's my talking mind. And так, проверяемся. You're trapped. Так, and if this is what it's like for him, I must find Petya. Petya? Is he real? Is he alive? As real as you are. Заряжен, да, он, он. He's waiting for me at some station, she said. Petya is still in Tretiakovska. She'd follow Petya's voice through the smuggler's tunnel. Need to retrace her steps from there. Так, полностью заряжен, да? Да, есть. Так, и здесь, по-моему, тут тоже все есть. Так, автомат у меня наготове. Так, секунду. Да, что такое? А чё, нет? Почему? Не понял. Мы пешком идти? А, мне пешком. Что-то я думал, что... Стоп. Нет, это не будет, я думаю, что полезно здесь. Так, здесь всё. Так, мы на академической, я так понимаю, что... Опа, какого-то мутанта завалило, смотри. Блин, нож что-то щекотит. Так, вижу. Эти патроны нужны. Солдатской униформе лежит кто-то. Так, а здесь что интересно у нас есть? Нет, пусто. Руга, по-моему. Так, ну что, полезли вентиляцию. Блин. Thank you.
тут много этих, ну, трупов мутантов. Так, слышу, кто-то ходит там, по-моему. Так, он генератор. Он лестница. You were gone quite some time. What of Yana? I saw her, in a way. The hallucinations, or what you call visions, I don't believe they were either. I do not understand what it's saying yet, but I know to listen now, and that's a start. Здесь, скорее всего, закрыто, надо будет сейчас вниз спускаться. А, тут вообще даже ручки нет. Так, ну пойдем вниз. А, здесь лестница сломана. Да. А подожди, а куда тогда? Это ведь не катается, да? Нет. Там вот еще одна это. Так, нет, он не перепрыгивает и не падает вниз. Отсюда я, по-моему, пришел, правильно? Да, отсюда я пришел, мне туда не пройти. Значит, проход только здесь должен быть. А где? Вниз не спрыгивает. Здесь не пройти. Дальше ни хрена не видно. Лестница по... А, вижу, все, вижу проход. Ладно. Значит, не может мне вниз надо. Так, проходим с напусником. Блин, аж прям на глазах прогнулся вниз. Это страшно, VR. Мост это верит в происходящее. Ну, относительно, конечно. О, no, Оксана. Trouble ahead. Did something happen? What was that? А нахрена это я открыл? Ну что-то уж прям много вот этих вот игрушек накидали. Не в тему, конечно. Ну ладно. Я еще с этими дротистами так и ни разу не встретился, если что. Как ни странно.
А это, по-моему, от них такие звуки. Так, есть смысл туда идти? Нет? Нет, я, по-моему, заряжен, поэтому... Стоп. А мне туда не пойти. Так что, в любом случае, сюда идти. Да, мне наверх. Опять это... Музыка наглетающая. А, точно, там Тань... Тася, или как ее там... Точно, блин. Все, академический хана. Здесь часовой охранник стоял. Я еще, помню, говорил ему, не подстрели Тасю. Нету никого. Странно. Очень странно. А почему? Очень даже странно. Да, все, мы теперь на академической точно. Я успел. Ничего не знаю. Petrie, come to life. No, not life. In my vision, I saw a voracious darkness devour Yana's essence. I'd assumed it was my mind's interpretation of something in the past. I just almost walked straight into the thing. Ну вот эти, скорее всего, фанатики. По-моему, как это они. Так что можно сказать, это первая встреча. Смотри, у них тут тоже. Блять, не слышно. They are breaking through! Break your sense! Where the fuck is my... А, на нас напали. Вы? Чего? Ну, это вообще пипец. Давайте теперь с черными этими сражаться. А что с ними стали стрелять в них, что ли? Так, я здесь, по-моему, все посмотрел. Сюда мне, по-моему, не давали подходить. Вот я наконец-то подошел. Можем посмотреть на фотографии. Так, ладно, которые повторяются чуть ли не через раз. Так, ну давай я буду стрелять. Нет? Так, надо читать, скорее всего, что они там говорят. Или нельзя стоять на месте, может. Ой, короче, пойдем отсюда. Наверняка никак не могу понять, что это такое. То ли на них смотреть нельзя, то ли подходить к ним нельзя. Возьмите духовную... А, дротик. Так, выстрелите, поднеся коту и нажав выгодную кнопку. А куда выстрелить? Так, я ничего не пропустил. А, вон. Ага.
это слишком. Нафиг мне его дали вообще? Я что, им буду пользоваться? Я думал, он... Ну, как это сказать-то? Не одноразовый, ну, точнее, ваншотный хотя бы какой-нибудь. Размечтался, да? Так, я про это не забывал. У меня были такие мысли сразу же, может, рвануть это сразу нахрен все. Так, зажигалка. Блин, у меня много... В автомат, давай-ка им пользоваться. Или нет. Короче, у меня сейчас оружие всякого полно. Ага. Хотя нет, не так уж полно. Блин. Не, давай-ка все-таки поменяю. Вот этим буду пользоваться. Так, что я хотел? Посмотрите все эти. Туда как не пускали, так и не пускают. Так, там сейчас сломаю. Здесь проход. А здесь проход заблокирован, да? Да, тут заблокирован. Значит, идем куда доступно. Да, линейно, поэтому тяжело заблудиться. Детская. А это кто, воспитательница не уползла? Ноги съели. Жестоко. По рельсам идем. Угу. Ну, я уже почти научился их убивать. Единственное главное в тупик, чтобы меня не зажимали. Я понял. Только по пузу. Все остальное вообще это как лучше. Нет, патрон даже не тратить. Непробиваемое все остальное у них. Так, теперь мне нужны патроны. Я весь дробовик стрелял. Одна это еще есть, если что. Это мое спасение пока. А, одна граната. Так же пистолет, кстати, немножко есть.
придется осматривать все тщательно. Еще такую волну мутантов могу не пережить. Блин, сейчас. Туда не подняться, знаете. Так, вижу. Сейчас я только здесь все осмотрю. Я не знаю, где теперь тебе жить. Все везде. Полянка пала. Академическая пала. Куда теперь тебе? Давай наружу. Как Артем из Эксодуса. Так, стопы. А здесь что у нас? Ну дайте для дробовика-то что-нибудь. Блин, эти товарищи. Так, мне это не нравится. Ага, только сказал. Нет, надо зарядить. Плевать, что это время какое-то зарядит. Так, все, здесь хотя бы один заряжен. Ой. Так, это достаю. Здесь сколько у меня? Ну, два рожка еще, и один уже наготове. То есть три рожка у меня. Целиться в живот, только в живот. Не знаю, ловить момент, что угодно, но... больше другого не дано, в общем. Слишком они пули непробиваемые в других частях тела. Так, есть что-нибудь? Нету. Нету. Не так давно, кстати, случилось, судя по всему, еще, видите, горят угольки. Так я не так и долго и был-то, в принципе. Отсутствовал, точнее. Хотя с этими галлюцинациями черт его знает, потому что реально уже, блин, месяцы прошли. Так, кухня, я вернулся. А куда же мне тогда? Здесь все завалено, да. Тут мне ведь не проползти, или нет, не проползти. Не понял. Так, что-то я перепустил, по-моему. Наверх тоже не попасть. Там все завалено. Здесь не пройти. Не пройти. Да не пройти, конечно. Так. Почему ты здесь мигаешь? Может, наверху что-то интересное? Ой, я эти полно их уже видел. Как-то наверх добраться можно, что ли? Поедь. Да нет, вроде. Так, что я пропустил? Здесь ничего не открывается. Туда мне не пройти. Здесь все заперто. Здесь тоже все заперто. Туда мне не пройти. Да и не вижу смысла, по-моему, там. Ага, вижу. Так, я наверху. Блин, надо же такое соорудить, да? Офигеть. Как в деревушке такие живут. Так, еще пистолет, если что, есть. У которого ровно два магазина.
При том, что один уже заряжен. Так, граната. Есть граната, если что. Туда, да, убежал. Все ушло, не сдыхайся. Ну так-то узкие коридоры, это мне на пользу, если честно. Можно и отступить по одной и той же траектории. И смотреть только вперед и назад, а не на все 360. Так. Время 20 минут. По-моему, я говорил до 30 минут, да? Блин, показалось. Это что такое? Ничего. Тихо. Тут ведь все это заряжено, да? Да, заряжено. Так, ладно, уберу его пока. Достать недолго. Недолго. Нормально. Приноровился уже. Более-менее так. Сколько там? 11-я серия сейчас уже, по-моему. I'm at the smuggler's tunnel. I'm about to enter. Two copy! Ой, это это. I said, get the fuck Макс. Down here already! Oh no! Don't give me any more of your bullshit about cannibals or witch doctors! What's wrong? Что такое? Оксана. They killed Max. Они убили Макса. Зачем? Что Макс вам сделал? Подонки! Я уже перебил немало этих сволочей, смогу еще. Что ничего не, в них волшебного? Что в них волшебного? Прием, прием. Таса, проклятие. За родину. Ура. Блин, и Макса, да, туда же, значит. Ну, пойдем за Макса. Так, вижу. Слушай, а где у меня эти? Не понял. Подожди, а где у меня дротик-то этот? Где я вижу? А где? Я его что, выкинул, что ли? Да не может быть этого. А где он? А, вот он, все. Блин, ой, как же ты много всего носишь с собой. There must be something I can do for him. Max! Макс, ты меня слышишь? Друг! Пожалуйста, ответь! Вы уроды хэллоуиновские! Не могу. Когда академическая еще была выгребена ямой! Блять, я не знаю. Убери. Фига тут война была. Опа. Оно поглотило Макса и скорее аннигилировало человека. Именно такое чувство было и у меня, будто растворяешься в пустоте. Ему было больно?
ему было больно, если она пожрала его дух. Что это вообще значит? Это смерть, Сардар. Окончательная смерть для таких, как мы. Вот как это ощущается. Пожалуйста, прошу, уходи. Беги. Сэр, люди, которым ты помог в депо, тем, кто заблудился в темноте, думаю, ты понял, кем они были на самом деле. Теперь догадываюсь, да. Бля, я ничего не понимаю. Все это время я слышал другие голоса, работорговцев, рабов. Поэтому сначала я не понимаю, отчего я не слышал. Но потом меня... Ты единственный, кто слышал меня с тех пор, как мы с Алексом разделились. И хотя ты верила во всякие чудеса, этого ты даже не... Совершенно скажу, переживать собственную смерть мне приходится нечасто. Прошу прощения. Ой, не Я не понимаю, почему я не могу слышать вас. It's when I stopped resisting it and forbidding myself to listen that I began to hear. I guess I just stopped being afraid of your kind. Макса нету, академической нету, полянки пали. Жена, по-моему, тоже, ну, ее тело мы не видели, но вполне возможно, тоже умерла. Оксана это выдуманная, у него в голове черти что, какие-то червяки здесь летают. Я потом в записи отвечаю. Чё? Блин, ну... Так, время 26, всё, надо закругляться и... выкладывать, короче, на YouTube сюда. Ну, близка кульминация, по-моему. Блин, я помню это место. Да, я здесь уже был. Такое ощущение, что я уже по второму кругу начинаю ходить. Я даже помню, что вот эту вот такую гитару я туда швырнул. Дальше должны были быть, по-моему, грибы, если я не ошибаюсь. Точно. Вот они. Спускайся. Этот все так же сидит. На второй круг пошли, что ли? Не могу понять. О, тот этот же пистолет пустой. А вот патронов здесь не было, кстати говоря. Блин, а лучше этот пистолет взять. Смотрите, у меня какой. Вообще задрипаюсь. Тут это, по-моему, лучше. Ну и да ладно, ничего страшного. Главное, эффективно. Так, здесь что-то я не помню, это скелеты. Блин, как определять детчик поинт? Не знаю. Факелов здесь, кстати, не было. Опа. Так, время перезарядиться, по-моему, у меня уже их три штуки. Ну, вместе заряжено. Все. Ой. Все. Забыл. Так, гранаты. Ой, гранаты это, короче. Ну да, гранаты у меня одна, если что. Вижу. Но он, по-моему, тоже опять черный.
Не знаю, что с ними делать. Но они не убиваемы, по-моему. Короче, это может. Тихо-тихо-тихо, не на них нельзя стоять или в поле зрения. В поле зрения. Или близко к ним нельзя подходить. Я пока не понимаю, как они у меня уничтожают. В общем, я предлагаю здесь тогда остановиться и уже в следующей серии начать разбираться с этими товарищами. А пока мы остались одни. Ни жены, ни Макса, ни Полянки, ни академической. Мы остались одни на один с микро. И скоро будет кульминация, потому что осталось совсем немного. Так, увидимся в следующей серии.